Здесь стоял просто телевизор и стояло два обогревателя, здесь и здесь. Ну, они так сказали, МЧСовцы, что очаг возгорания был вот где-то в этом месте. Не осталось ничего. Ни мебели, ни техники, ни крыши над головой. Александра Кокшина в конце января увезли на скорой. Он взял с собой только самое необходимое. А когда его выписали из больницы, возвращаться было уже некуда. Я попал в реанимацию. После реанимации меня перевели в палату. Буквально на следующий день соседка вот по участку позвонила и сказала, что горит ваш дом. Вот, я спросил, пожарную вызвали? Она говорит, вызвали пожарную. Должны вот-вот приехать. Не дай бог, чтобы это у кого-то случилось. Никому, даже врагу, на этого не пожелаю. Пожар потушили, но спасти ничего не удалось. Из документов у мужчины только паспорт и СНИЛС. Нет ни водительского удостоверения, ни документов на дом. Сейчас он не теряет надежды найти еще какие-нибудь бумаги в сгоревшем доме. Все документы лежали здесь. Но чтобы до них добраться, нужно их будет отогреть тепловой пушкой, потому что здесь все залито водой. Сейчас мужчина живет в гараже. Больше ему пойти некуда. Все, что осталось у Александра, это гараж и машина. Она служит и спальным местом, и кухонным столом. Соседи и друзья помогли с одеждой и обувью. Кто-то отправил немного денег. Но больше всего Александр нуждается в строительных материалах. Самая большая его мечта – построить себе дом заново. Те, кто хочет помочь герою нашего сюжета, звоните по телефону, который указан на экране. Алена Драчикова, Павел Рютин. Новости сейчас.